два полуфинальных боя. Я прошу открыть царские врата, скажем так, и вместе выйдут на арену два друга по команде, члены сборной команды Украины, два харьковчанина, Сергей Бондарович, джиу-джитсу, Игорь Вовчанчин, кикбоксинг. Игорь Вовчанчин, Сергей Бондарович. И выводит их один тренер, президент спортивного центра Мимамото Геннадий Минка. Рефери нашего турнира Александр Залузский. Вовчанчин. Игорь Вовчанчин, Сергей Бондарович. Игорь, прошу вас. Вот это настоящий боец, он помогает. Спасибо, Игорь, за джентльменское отношение. Так и должно быть. Игорь, вы занимаетесь в одном центре. Живете в одном городе, выступаете за одну команду, команду Украины. Вам с Сергеем приходилось до этого поединка встречаться? Приходилось. Раз в Харькове.
Ну, спорт есть спорт, побеждает сильнейший, это спорт. У нас нет на друг друга никакой злости, просто как спортсмены. Мы друг друга уважаем. Хорошо. Игорь Вовчанчин, первый финалист турнира «Мистер Силач Сыкай». Вторая полуфинальная.